Так, привет, народ, это очередное видео от Альвинеса с переобзором сборки. Мне один пользователь ее посоветовал, подписчик точнее, поиграть. Ну, поскольку мы закинули FTB Деревульфа 20, выбор решили посмотреть вот эту вот сборку. И, как видите, наверное, всем интересно стало, нам понравилась. Вот. Сразу скажу, что на Курсфорч она старая, она там, по-моему, 2.09 что-то. А более новую версию можно скачать только на FTB лаунчере. Там она, по-моему, уже 2.1.3, по-моему, что. Ну, короче, только там она обновляется. На FTB лаунчере. Также тут вот, если выбрать Public Servers, Public. Вот, то тут это обычно refresh, подождите, community, раньше был, в общем, был один сервер, но теперь он что-то пропал, да? Или тут его, тут его не, на CurseForge он есть, но тут его почему-то нет, ну ладно. Это не важно. Вот, как видите, мы тут с Сиркманом играем. Он, как всегда, сервер держит. Вот. Ну, немножко расскажу, чем мы там занимаемся. Может, кого заинтересует, заодно объясню что-нибудь. Так, вот у нас сервер с Сиркманом. В общем, начинаете вы на скайблоке. Вот тут у нас остров. Вот осталось тут что-то от старого, ну, такой остров, пару деревьев, и у вас есть вот такой вот столик. Он, по-моему, ну, вот этот столик. Как видите, вот у меня сейчас 55 тысяч, и это вот все, что вам доступно в этом столике. То есть основные начальные ресурсы — это кобблстон, гравий и палочки. Ну, там песок и вот эти вот всякие грасс, это вам для начала. Самое первое, что вы можете сделать, это взять две палочки, три этих гравия. Нет, по-моему, даже не три, а 9 надо, если у вас, конечно, будет будет на это ресурсы. Ресурсы вы можете получать только так, 6, вот 6 вот этих флинтов. Вам надо будет сделать, нет, не кирку, а 2 флинта, 6 делайте флинт, палочку, по-моему, не помню. О, блин, а как она делается? Ай, по-моему, usage, ай, и каменную палку, да, извиняюсь. Вот, берете 2 камушка, это один емся. Вот, и получаете такие палочки, и делаете свой первый топор, да. Вот, и потом у вас, как, поскольку саженцы, куда я засунул, вот тут, наверное, apple sapling и oak sapling. Вот, сажаете дерево, вот, тверкаете, сбиваете, очень сильно голод из-за этого тратится. И правым кликом вот можете получать кору и вот деревья. Но тратится этот самый, как его, голод. Вот получаете первые доски, там верстак, ну и покатило. В принципе, это вам все объяснят в этом. И первые ваши МС вы будете получать из саженцев. Он 32, то есть чем больше саженцев... Или листву можете собирать. Вот видите, листва 16. Вот, а листву вы, по-моему, можете делать из не помню там из чего, но можно делать. Вот, ну, как видите, мы уже развились, нас это не интересует. Вот, это у нас кристаллы, это Томкрафт, это вот сюда, этот... Вот, можно вообще выкинуть нафиг. Вот. Также, поскольку у вас при падении вы теряете хп, и оно не восстанавливается.
Не буду показывать. Вам надо в основном делать heavling sieve. Вот этот вот. Вот, это любой цветок. Seed, Dandelion и Blue. Blue рецепт делается с помощью бревна и ножика. Рецепт. Вот. И это ваши первые восстанавливалки будут. Со временем вы сможете делать вот уже такие, более прокачанные. Вот. Ну ладно. Это все. Как бы. О, что-то он уже понаделал. Так, last. А, нашел это. И нашел это. Хорошо. Что нам за это дают? Никель и. Так, это у нас тут никель и гант, это тут. Ну, как видите, мы уже развились. Ух ты, еще больше дали. Ага, никельку про никель. Хорошо, это Иркман тут поработал. Вот, первая ваша печка плавильная, вот только такая. Вот, руды можете накопать в другом мире, до него надо еще дойти. В общем, вот у нас задание. Мы вот тут все прошли, как бы вас тут всему обучают. Вот, верстак, вот это объяснение, вот этот топорик. Ну, не только топорик, тут все надо будет делать. Потом, вот, объясняют тут вот эти ножницы флинтовые. Вот, столик этот основной, в котором все крафтится, где он? Вот такой вот столик. Basic War Table, сюда заливаете жидкости и нужны в основном... Вот такие вот савы, флинт, ой, что он вылетает, флинтовые вот такие ножницы, молоток и что-то еще, не помню, что еще тут надо, вот. Можете обсидиановые ножницы потом сделать, сюда заливается в основном жидкости для разных предметов, вода, лава, лаву тут просто взять нельзя. Она будет вас бить, для этого надо будет вот сделать вот такие вот ножницы. Ножницы делаются из pressure wax, pressure... Ну, в общем, тут линейка. Вот эти вот надо сделать канди. Она делается с помощью алхимического канола сида и талов. Талов мы получим, если ловко валенция, стики резин. Стики резин мы получим из рубервуда. Рубервуд мы можем получить только из саженцев рубер три. А рубер три это аркан эш плюс лаймбал плюс оксаплинг или рис. Рис вы можете вырастить и сдолбить. Вот, очень, видите, тут целые серии. А этот Аркан Эш, он делается на бейсике вот этом. Надо Эш, Сугар и Ловко Валенцы Дас. Ловко Валенцы Дас это Тини Чаркол, Песок и Инфинити Даст. Инфинити Даст вам довольно-таки легко даст. Потому что тут есть вот сразу бедрок. Вот. Как видите, тут, по-моему, есть какая-то, какой-то мод, который бесконечно эти растения растит. Вот. Когда получаете, делаете вот эти вот ловушки. Это, наверное, уже все знают на скайблоке. Вот эти пчелы, би. По-моему, то ли их дают, то ли мы их находим на этом в мире. Я сейчас уже не помню. Это надо вот тут смотреть. Ну, в общем, вот, видите, это все развитие вам подсказывает. Потом надо будет вам делать вот такой вот портал. Он делается, как видите, из Redox, Sirit Стон, потом вот этот ловко валенцы, потом вот бумага и это, и так, как он там делается, и Redox это Xton Tile плюс Sugarcane. Xton Tile вам или можете сами сделать, или вам его дадут. Вот, ставите в любом месте портал. Вот, а, еще тут есть вот такие вот ловушки, которые, если вы положите сюда червя, а он добывается с помощью вот такой вот лопатки. А, вот она так делается, видите. Вот такая лопатка. Тут есть, поскольку, как его,
блин, забыл, как он называется. Блин, как же он называется? Ore Excavate. Вот. То это довольно-таки легко делать. Ставите песок, сбиваете, получаете вот эту вот змеюку, делаете вот эту вот, как она называется, сеточку. Сеточка делается из любых растений. Или вот у вас есть тут вот трава для этих целей. Вот она. Вот вы из нее получаете как бы первые нитки. Также можете рыбный трап ставить, потом можете ставить вот такой вот трап, просто грубую сетку, вы получаете растение, а если более-менее маленькую такую вот рецепт, то это вот нет, можно сделать такую, можно вот сделать байт-пот, он увеличивает допуск к этому, ну, увеличивает, вот. Так, это наш остров. Тут Иркман уже занимается курицами. Я в основном Том Крафт. И вот, ну, вот такая печка у вас появится. Как видите, она плавит слитки. Вот, мы сейчас с никелем занялись. Нам надо будет бластуху создавать. Вот у Иркмана появились Unfired курицы, которые дают много этой вот штуки. Также вам понадобится кухонька, потому что тут надо вот лаунч-бокс вам дадут, вот Иркмана курица, я не знаю, чем он тут занимается, судя по всему разводит вот его курица. Потом сможете сделать вот такие вот, блин, не так сделал, ну ладно. А его вроде подобрать можно было, не, нельзя. Ну вот эти вот сделайте тоже. Саженцы, так что-то он это не срубил. А, ну пускай будет. Так, тут на животных, как это, спауна, как они называются, забыл. Спауна монстров можно не бояться, потому что тут мирный режим. Тут даже можете не делать этот, как он называется, в общем, моба-ферму можете не делать. Они тут даже спавниться не будут. Вот. Ну и потом со временем сделать Heavy Fill Urn. Она будет вам наполнять эту самую Stone Drum. Дадут вот эти вот палки, дойдете до стали, получите более мощную систему. Вот эти вот тоже нам дали штуки. Tungsten Drum. Darkwood Plank. А чего они тут делают? А что он, во что их хотел юзать? Он что, тут используется? Assembler, Latte, Cutinsaf, Extruder. Что-то он их не туда засунул. Как они тут планки оказались, я не знаю. Так, вот, потом по вас пойдет тут типа грехтека. Так, это что, импьюрип, гранит. Ага, крушит гарниет. Ага. Он, я так понимаю, забился, что ли? Ага. У меня места чуть не хватает, да? Так, надо по чуть сбрасывать. У меня места не хватает, как видите. Ай, да, у него места не хватает, поэтому он не работает. Так, ну ладно, пусть работает, потом разберемся. Вот, кстати, Иркман сделал, вот даже простая броня делается из железа, Wrong Iron. Wrong Iron это, видите, кидать в огонь. То есть вот где такая фигня, то подходите. А тут, наверное, еще понасобирает. А что тут дерево делать, я не понимаю. Не туда засунул, что ли? Ладно, фиг с ним. Это что такое? Не там стоит. И вот это не там стоит. Ну ладно, они работают и работают. Вот. Хоть у нас тут все освещено,
Просто смотря вверх-вниз, вы лазите по лестницам. Я вот ничего не нажимаю. Вот, потом вот у вас будет такая алхимическая фигня, которая вам дает вот эликсир восстановления, там, ну, тоже рецепты всякие. А, да, вот, кстати, с помощью ее делаются вот эти вот травушки-муравушки, как их называю, вот, Адринкарден, золотое яблоко, вот этот надо, ну, в общем, помучиться придется, если вы займетесь этой сборкой. Это ванила, да, это сюда, еду можно пока что сюда скинуть, древесина у нас тут хранится, яблоко, это, наверное, ванила сюда, так, стики сюда, так, это еда, это сюда. Так, что еще тут интересного показать? А, лаву можно наливать еще вот таким способом. Садитесь в лужу с водой, берете бакет и наливаете. Тогда он вас не дамажит. Вот, бакет может быть такой, может быть для начала... А, вот тут он, рецепт. Вот он, infinite bucket. А, переплавляется поначалу все вот в таких вот печках. Вот, и вам дают, будут давать вот такие вот конвейеры. Вот, они, в принципе, делаются самолично. Ну, вот, можно сделать пластик. Пластик это драйн пластик. Стики резин отсюда. Ну, в общем, понятно, да, тут все не так просто. Вот, и сюда ставить вот этот конвейер, сюда вытаскивающий, сюда запихивающий, и он вытаскивает и запихивает всякие руды. А также он вытаскивает и запихивает, как это называется, жидкости. Вот, поскольку у меня тут стоит черный список на чаркол, то он сюда его вытащить не может. Вот тут у нас чаркол есть. Мы его можем сюда засунуть и запустить заново печку. Пускай работает. Чаркол, он, в принципе, нужен для получения стали. А сталь вам в будущем понадобится. Вот. Так, путь стали. Если я и долго разбирался, как мне сталь получить. Оказалось, все довольно-таки... Нетривиально, но просто. Так, вот, для начала вам нужен вот такой свиток, Crudestell Ingot. Он получается из колдаса или чарколдаса с железом. И потом строите вот эту вот, когда дойдете до том фомкрафта, вот такую вот печку. Вот, найдите чанг тут, где больше виса. Как видите, вот справа и слева вверху есть вот нарисовано, видите, его тут только немного. Ну, поскольку мы только печкой пользуемся, она не особенно тут тратится. Вот. Потом, когда вы уже сделаете выход в мир, ну, тут без ни броня, ничего не надо. Вот, можете сделать... Кстати, вот яблочки очень помогают. Есть яблочное дерево, вам дают или его сами делаете, я не помню. И когда вы вот нажимаете, в общем, можете вот еду таким способом собирать. Довольно-таки быстро. Вот, то есть тверг тут он работает. И вот видите, собрал и таки-таки опять выросли. То есть голодать поначалу, если у вас яблочное дерево есть, как бы не придется. Вот, идете в другой мир. Так, у нас тут день. Вот, и обычно у вас тут... Где-нибудь тут будет озеро маны. Вот, также тут по ночам очень темно, спавнится, есть Ice of Fire. Вот он, тролли спавнится, я не помню, как их сбивать. И первым делом я как занялся... Тут эти морские виверны есть, есть морские коньки. То есть, а днем тут как бы есть эти... ночь начинается, да? Ну, я так не хочу. Марс, есть эти живности. Я тут вот для начала построил себе... Думал, тут том... Ой, фом... ну вот, видите, упал, и мне урон пришел. Тут том... в томкрафтом заниматься. Вот, видите, тут чуть побольше виза.
Давай, опускайся. Вот, видите, вот он сам опускается. Но потом понял, что я могу тут все засрать, и потом будет не очень хорошо. Так, это мы закрываем. А, сейчас откуда-то тут попрут. Он уже блестит, да? Он. Вот он. Вот, тут у нас греговские руды есть. По цветочкам их найти можно. На это есть даже... вот они. Где какие руды, по каким цветам найти можно. Вот. Ну, в этом мире, я имею в виду. Потом, тут у нас... да, давай, беги-то, есть. Ну, стандартные подземелья. Тут кто-нибудь появится. Ну, тут мы фармим мобов. Особенно там очень много их там. Спавнится каких-то... Тут была лава, мы... Вот, тут мы мобов, сейчас вот тут начнут сыпаться, вот один идет, товарищ, а сейчас оттуда какие-то нестандартные мобы начнут спавниться. О, идет, дорогуша. Урон у него, дай боже. Ну, кроме опыта и чего-то такого более приятного, у него ничего нету. С него падает кремний, стекло и еще там что-то какие-то. Вот, что из него падает? Стекло, кремний. Иногда вот эти вот выпадают. Вот, видите, они тут прут. Наверное, наверху спавнер какой-то или биом, или что, я не знаю. Вот, еще стрелы выпадают. Из мобов можно... понабить броню, там оружие первичное. Вот, но они тут будут переть бесконечно. То есть тут наша фармилка. Так, руды. Руды тут грехтеховские. Кто где грехтехом занимался, тут тот, наверное, знает. Вот такие идет. Если нашли жилу, то вы обеспечены. Вот, допустим, чаркопирит. Чаркопирит. Ну, просто так вы его пережарить, как видите, не можете. Смелтера тут нету. Вот этот, вот видите, disable. То есть, тинкеровскую печку вы создать не сможете. Вы можете... Что вы с ним сделать можете? Вы его можете перерубить, передробить, сделать из него импюрет. И вот уже импюрет можете переплавить какой-нибудь печки в наггетсы. То есть, вот такая тут система. Вот, но зато если вы нашли, то у вас тут его, ой-ой-ой, сколько много, жилу нашли, то вы в шоколаде. Так, вот сейчас поднимаемся, тут что у нас творится. Вот, потом я решил сделать подальше вот эту вот, как ее, отошел подальше, сделал вторую базу, где я хотел развивать Фомкрафт. Вот, ну, Иркман увидел более красивое место. Отсюда сейчас не видно, тут темно. Ладно, идем. Эти, кстати, телепортеры нам дали. Ну, не, вниз не хочу, там темно и страшно. Так, и тогда Эрикман предложил сделать большой цех, где мы потом жить будем. Вот он. Опа. Вот, если хотите увидеть, то вот она, база моя. Вот совсем рядом, вот она. А вот Эрикман, я посадил дерево. Нашел самый мощный биом. С доступом к вису. Вот, как видите, тут, наверное, самая большая виса. Но, к сожалению, не все так хорошо. У нас, допустим, вот в Фомкрафте надо делать открытие. Но чтобы сделать открытие, нам надо где там... Dimensional, Arcane... вот не помню, изучение нам надо. Вот, нам надо столик. Ресерч, но чтобы сделать вот этот вот столик,
Вот, видите, я вроде бы собрал рецепт, да, вот в чем проблема тут. Где этот вот infusion, да? Нет, не то. Алхимия, некроманция. Вот этот же, да? Блин, а где же его? Теорема. Это... Тут что ли было? Нет. Ладно, полегче покажу. Usage. Вот они, рецепты. Видите, этот я могу делать, этот могу, а этот не могу. Потому что у меня он не изучен. Чтобы его изучить, мне надо... Что мне надо, я вот не помню, где это было. Тут что ли? А, вот он, наверное. Не... изучить, я его, короче, изучить должен. Вот, видите, чтобы его изучить, надо теорию алхимии. Но я не могу сделать этого столика, потому что он пока что заблокирован. Этот томкрафтовский стол изучения. Из этого мы можем видите, просто доски сделать тоже нельзя. Вот, кстати, как опиари делается. Две доски, три палки любые. А, вам еще дубина доступно делается. Вот пиловщик. Подождите, доски мы можем только в этом столике получить, да, вот, или харвестить, или вот в этом распилить, и вот из него я могу сделать этот столик. Но, а, не, это не тут. Тут, нет, не тут. Вот тут я его могу сделать, да. Нет, а чё за нафиг? Где его могу сделать? На этом. На этом я его... Блин, как этот столик увидеть? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Блин, а где его могу сделать, то я не помню. Так, как он называется-то? Research table как-то там. Сейчас завис. Research table. Так, table. Ага. Так, не увидишь. Research. Нет. Как он рес. Вот он. Research table. Нет, его так не сделаешь. Он делается из чего-то. То есть Томкрафт. Томкрафт. Это не он. Вот он. Wood table. Вот она. Товарищ. Почему мне его не... А, потому что с полублоков. И тут и надо infused wood, который... короче, делается из Astral Sorcery, кидая дерево в, как оно называется, лунный свет, короче. Вот. Ну, у нас вот утро. Вот. И, кстати, вот все вот эти вот тейблы, Crucible и прочие, они делаются из... с помощью Salis Mundus, вот, в этой версии. Salis Mundus. Надо делать. Salis Mundus делается, ну, вот, таким простым способом. И нужна мана. Мана в этом мире хватает. Это те озера, которые я показывал. То есть подходите к этому озеру, берете ману и с помощью его делаете. Вот. То есть, чтобы активировать вот эти полки, там все, все делается с помощью Salis Mundus. Так, у нас тут кто-нибудь есть живой? Вот, мир у нас выглядит вот таким вот способом. Вот, тут у нас эти, как они называются, лунные эти дворцы как-то там, или как они там называются, телепорт, вот они. Ну, вот эти, как они, штуки называемые, забыл уже, как они называются. Вот, кстати, я вот это, по-моему, не изучал.
Можно кристалл. Ой, зря я прыгал, конечно. Вы изучили что-то. Ну, я тут вот поспиливал немножко руду, а вас я изучал, товарищ? Да, изучал. Это изучал. Ну, в общем, о, это не изучал. Странно. Вот, продукты питания. Ух ты. Ну, в общем, вот такой вот у нас мир. Везде что-то может вас убить, особенно днем. Тут не особенно походишь. А, вот рустик, по-моему. Да, вот они, пчелы рустиковые. И тут, по-моему, есть пчелы вот эти вот не рустиковые. Кстати, хорошо я придумал эту башню, хорошо видно. Да, есть еще бис не рустиковые. Ну, а тут вы их понасобирать можете. И так же самое мед. А мед — это вещь полезная. Вот, тут у нас понаспавнил, вот они эти мерлин вуды. Вот эти вот, не знаю, если найдете, легко размножить. Просто вот садите, смотрите, что творится. Ягод немерено. Потом берете так. Оп. Оп. И там, не знаю, используйте для каких-то своих нужд. Так, вот тут эти чуваки всякие заспавнились. У меня шелкового касания нет, чтобы их сбить. Хотя можно сделать, но неохота пока. Вот они в темноте тут спавнятся. Много. Есть данжи тут, йод. Где тут, вот видите, места с данжами. Вот такие маленькие данжики. Или это не данжи, я даже не знаю, что это такое. Вот. Вот тут что-то интересное, темное, даже не знаю что. Пустыни, терракотта, все это есть. В общем, ну, честно говорю, если даже ее сейчас пройдем сколько-то, то я потом в будущем планирую ее даже, может, в одиночке, ну, как бы на камеру поснимать, уже пройти, уже более-менее зная всего, попробовать тут ее пройти. Так, я тут, конечно, вот эти... Озера, вода тут конечная, если что. Не знаю, как насчет, вот если в таких больших озерах брать, то без понятия. Кстати, эти не выкинул. Ну ладно. Ну ладно, раз я уже сюда пришел, пойду я сброшу все, что мне не надо. Вот, сброшу свои волшебные вещи. Это мне не надо. Это мне не надо. А, и как вот видите, я вот сделал уже вот не это, вот это. Первый наш басик Steam турбину. И у нас начинается электрический, ну, по чуть-чуть будет начинаться электрический век. Вот. Ну, сборка довольно-таки стабильная. Вот. Если вы играете несколько человек, то... как это, то довольно таки легко тут. Ой, вот этого не надо было. Сейчас я тут как нажрусь, мозги мне еще пока жрать рано. Мне их надо будет жрать, но пока что нет. Так, это сюда, этих мух, их, по-моему, надо садить по пиаре. Пиарить делается. Ой. Так, а что вы нам даете? Я не помню. Хони веб. Хоны. Ну, в принципе, у нас это есть, так что оно нам не надо. Ух ты, я все мухами за. Тогда все мучное. Я отправлю сюда. Слишком уж много этого мухосранска тут у нас. Во, это будет более правильно. Так, это клей даст, это даст. Вот, ладно, я тут уж с кадром потом разберусь. Так, это еда. Рифпаум. Яблочки можно кинуть, ягодки.
Вот, и вам, когда дадут эту, вы вот в таком виде ее открываете, чпок, видите, она набирает, и она сама вам подсовывает разную еду. Вот, с шифтом открыли, закрыли, открытую она вот дает вам самому менять, открытой бьете, и она меняет еду, видите, уже вот совсем другая лежит. Только смотрите, чтобы в том ящике не лежали какие-нибудь глаза или мозги, и то он вас подсунет, и на вас эффект на кого, допустим, вот эту вот штуку закинете, и все, и вас. А вот там кратовские мозги, это надо себе взять. Это вообще-то ванила. Да, это не ванила, это еда. Вот, то есть вот, стараемся порядок поддерживать, так. Вот, то есть сборочка довольно-таки интересная и долгоиграющая, я так думаю. У нас тут астрал сорсери и, короче, конец. Это креативные дела, как всегда. Это, как это Драконик Эволюшн, Фомкрафт, астрал сорсери, Ботания, Блуд Магия, технические всякие моды, Грек Тех, Экстра Утилит. Это там термал экспаншн, красная материя будет получаться, life essence, void metal, dark matter. Dark metal это провод кристалл, ванадиум игант, примал мана. Ну короче, тут довольно-таки запарочный. Вот, а и космос, по-моему, есть, если не ошибаюсь. Ну вот видите, даже какие придется вот. Я так понимаю, вот эти вот компьютеры делать надо будет. Netware Mainframe. Да? О, в ассемблере надо будет все это делать. А ассемблер, насколько я понимаю, это ассемблер Line. Короче, Tomcraft. Вон, эти всякие надо будет делать. Ух ты, ё, макс вольтажи. Вот, я не знаю, насколько мы тут задержимся, но пока интересно играем. Вот. Это игра вообще-то. Это еда, не хотел сказать. Так, это сюда, это. И когда имеете доступ, то есть вот как у меня кирка, я ее сделал из, как его называется, ну можно же сделать, как его, обсидиан в этой сборке, не то. Вот, обсидиан можно же сделать. Обсидиан, кто не знает, я вот не знаю, тут Маш отключен, такой вариант. Обсидиан. Ведро воды, ведро лавы. Но тут, наверное, отключен, потому что вы все используете вот в этом смелтере, да? А, и обсидиан вам дадут, да? И сделав из обсидиана вот эту вот кирку, положив на нее даймонд. Даймонд вы можете найти или вам по-моему, за что-то вы его получите. Рецепт. За что-то дадут. А, вот, найдете это. Адванс. Вот. Колоры, графиторы, даймонторы найдете, получите. И также в данжах можно найти вот эти вот алмазики. Тут полу. Вот, в том мире полно этих шахт. И там эти алмазы, что хочешь, можно найти. Вот даже, как видите, нашел Ring of Magnetism. Вот эту вот штуку дадут, Jackhammer, за вот такой вот квест в будущем. Вот. Что ж, на этом, наверное, так, это у нас кристаллы, лопата мне не надо, этой лопатой копая просто землю или грасблок, получать вот этих червяков. Или вам их наловит вот эта вот ловушка с какой-то там сеткой, я не помню. Вот, то есть она ловит и глину, с одной сеткой глину, там песок всякую. Всячину. Ну, кто играл сквозь блок, тому объяснять не надо. Время дождя, вода набирается. Хорошо. Вода тут вот конечная, я это уже говорил, да? Вот, наливаете. И все, и она пропадает. То есть ее вечно вы иметь не сможете.
Так, а что мне еще надо было? А, и вот это тут есть еще машин контроллер, модуляр машинери. Как помните, вот, используется для всяких интересных машинок. Кстати, вот есть маленькая непонятка. Вот с этим можно запариться. Тут вот видите, как нарисовано. Я вот хоть думал, что надо вот эту делать, да? Вот эту вот печку делать вот таким вот способом. Надо вот эти вот, видите. Может, ее и можно так сделать. Видите, надо output, машин контроллер, там эти венты. Но чтобы сделать машин контроллер, надо микросхема. Чтобы сделать микросхему, не такую, а микросхему вот такую. Самое первое, нам надо сталь. Но чтобы получить, переплавить сталь, нам нужна вот эта печка. Ну и, короче, в задании написано, что делать обыкновенную томкрафтовскую печку. Ну, то есть, из кирпичей и обсидиана. Ну, там вот это вот. Заливайте лаву, сали с мундусом по ней тык, и она срабатывает. Вот. Но там вопрос один встает, что надо вот эти вот незербрик. А незербрик у нас делаются из вот таких вот фирибит, криозот ойл, фаербирд. Он у нас компрессит, переплавляется, компрессит в этом компрессоре. А это делается из клей даста и брик даст. Вот, то есть такая тяжелая система. И переплавляется или в этой печке, или в той. Или, по-моему, тут даже можно. Я сейчас... Магнетит даст. Магнетит. Магнетит. Нет, тут же он не плавится. А интересно, магнетит вот эту вот печку умеет переплавлять? Будет плеваться? Да, плюется. Хорошо. Хай работает. Просто закинул, и она работает. Нормально. Еще опыт идет. Неплохо. Так, а где-то в заданиях было написано, да? О, тут у нас есть no reward. Circuit board. Collated. А, это я делал. Вот он. Collated circuit board. Еще что-нибудь получим. 15. Вообще зашибись. Но это я уже сейчас не сделаю. Это надо ассемблер. Это надо клей, софт-даст, молд. Бизи-припол какой-то. Но это химия. Химикал реактор. Клей. Клей это поливинилацетат. Ну, это химия начинается. Или просто стикерезин в центрофуге. Понятно. Так, Bronze Age, это мы поступили. LVH, мы тут были. LVH, тоже были. Микросхема у нас. О, дайте микросхему. Ну, тут часто надо где-то полазить и найти. Так, микросхема. Advanced микросхема, я сомневаюсь, что я сейчас сделаю без ассемблера. Да, только в ассемблере это уже микроэлектроника. Что еще тут можно? Нагвадаш я никак сейчас не получу. Ну вот, видите, зашел всякой фигни. Вот бывает так заходишь, так ага, можно вот это сделать. И пошел делать. Вот, то есть тут не на одном месте. Ну вот это уже Иркман занимается, да. Это я занимаюсь. Идите мне вот этот фокал манипулятор, фокал манипулятор, руник матрикс. И я ее не вот показала, что ее можно сделать, но я ее не могу сделать, потому что нет открытия. А нету открытия, потому что нет столика. А нету столика, потому что я что-то не сделал. Вот оно, видите, тут надо. А для этого надо вот тут вот Definity Safe Space. Это ват. Space это Space лететь. На магнитик, стелплат, обсидиат, все, но это уже нет. Лафин, это я не знаю. Вот тут еще что-то было, нет. А где же были эти... Сп...
Space, Lafin, Safe Space. Что-то я не понял. А, вот тут. Вот, Lucky My Star. Надо ведро этого, этого, вот этого, вот. Это уже магия, мана. Вот, тут идет. Black Grey Wool, это... Blood Magic. Сейчас, как видите, нельзя ничего сделать, потому что надо вот этот, чтобы его получить. Надо Mana Steel Scrap, это ботания. И Blaze Quartz, и Crystal Sword. Вот на этом получать. То есть, видите, все взаимосвязано. Вот, и вот этот мод довольно-таки интересный, но что, сотку машин кейсинг. О, у нас это может быть лоб машин кейсинг. О, можешь этим заняться? Мана стил. У меня мана стиль нету. И тут мана стил, да? Нет. Нет. Обсидиан. Лоб машин кейсинг есть. Deep Learning. Blank Met. Data Model. Mana Steel. А у нас может мана есть. Steel. Не, нет. Ясно. Вот. В общем, вот такие пироги. Если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. О, можно вот это вот взять. Liquid Dirk Bucket. Я даже сейчас не помню, как я его получил. Liquid Dirt Bucket. Как я его получил, я сейчас не помню. То ли в этой расплавил печки получил. Хоть убейте, не помню. Так, что нам тут вот эта штука наплевала? О, наггеты. И из них мы делаем железо. Юзач. Ну, вам как на субботу. Я планирую это выпустить видео в субботу. Вот. Будет интересно. Ладно, всем спасибо, всем пока. Увидимся когда-нибудь еще раз. Так, можно этот положить. У нас же... А я его где-то выкинул, да? А я его где-то положил. А где шарик магический? Куда я его дел? Магик Орб. Я его куда-то спихнул. Где-то я его потерял, посеял. С собой нету его. Ну вот этот вот нам дают. Как его? Это же Project E. Вот, хотя бы так. Да блин, E. E, вот. Вот этот философский камень вам сразу же дают. Вот, и вы можете сделать Transmutation Table, который можете с собой таскать и открывать. Вот. И, как видите, самые дорогие это обсидиан. Вот эти вот 4000 стоит. И все вроде бы. И саплинги. Больше вы ничего такого заполнить свое гранит. Это, ну, это все в мире можно накопить. Ну, и вот в основном листва. То есть EMC вам тут довольно-таки сложно. Ну, вот это можно использовать. И каблогенератор какой-нибудь сделать и наполнять вашу МС-шку. Вот. Ну и все, пока. Увидимся в следующей серии.